Нейрюнге состоялось первенство республики по боксу среди юниоров. Показать свое мастерство и побороться за медали на соревнования съехались спортсмены со всех уголков Якутии. Галина Якимчак продолжит тему. Бокс по праву считается одним из самых зрелищных видов спорта, который держит в напряжении всех зрителей. Республиканский турнир по боксу, который ежегодно проводится среди юношей и девушек, является шансом для молодых спортсменов проявить себя и получить путевку на дальневосточный турнир. В этом году на соревнования приехало 67 участников. Уровень, естественно, он всегда растет. Здесь принимают у нас участие и призеры, и победители, дети Азии, которые вот только недавно перешли в эту возрастную подгруппу юниоров. Это 2000 год. Нужно отметить и стремительное развитие женского бокса в районах Якутии. На чемпионате в этой категории выступало 9 представительниц прекрасного пола. Их бои были не менее захватывающими. Соперница, ну она молодец. Говорят, то, что она новенькая. Я ее не видела вот на республиканских соревнованиях. Но она молодец, конечно. С ней было очень трудно. У меня 19 боев всего, а так выиграла 15, проигрыша 4. Бокс в нашей республике развивается достаточно активно, и наши спортсмены являются достойными представителями и победителями соревнований различного уровня. Ну, здесь у нас идет первый этап отбора, значит, первенство республики, вот, после которого будет определена команда, которая поедет на Дальний Восток, в Южно-Сахалинск. Кто там отберется, попадает на первенство России. Все победители республиканского турнира по боксу уже в марте отправятся на соревнования Дальневосточного федерального округа. Поэтому им предстоит проделать еще большую работу по подготовке. Галина Якимчак, Виктория Харитонова, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.